Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. И опять эта распаковка связана с камерой Nikon Z30. А именно, пришла ручка для клетки, вернее, даже для различных клеток. В том числе и взял я для клетки, которая предназначена для камеры Nikon Z30. Сейчас вы камеру, клетку, а также ветрозащиту, все сделано производителем Small Ring, видите слева. Ну и здесь также представлены одна ручка от клетки для Panasonic GH3-4 5-6. И также есть вот ручка для стабилизатора Ronin, которая тоже представлена слева. Данная ручка Small Rig пришла достаточно быстро, где-то около 70 дней. Доставляла все из Российской Федерации со склада. Доставщик был Казань Экспресс. Ну и в данном случае, в отличие от предыдущего варианта, помятой коробки, здесь уже коробочка имеет достаточно хороший презентабельный вид, которое можно даже и подарить кому-то. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Lady Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Итак, давайте смотреть, что находится внутри, что из себя представляет коробка. Коробка вот такого плана. Здесь верхняя ручка. Да, сразу же хочу сказать, что она небольшая. И для данной клетки есть отдельная ручка. Она имеет достаточно большие размеры. Вот что из себя представляет обозначение HTC 2756B. Стандартная их уже упаковка. Идентификационный номер, если будете искать на рынке. Дальше давайте смотреть, что находится внутри. А внутри у нас находится, соответственно, сама ручка и два винта и ключик шестигранник для того, чтобы эту ручку установить. Вот что из себя представляет ручка. Она небольшая, но надежно скрепляется. Я думаю, для камеры Nikon Z30 она будет как раз. Здесь не нужна большая ручка, вот как по центру у нас располагается. Есть и у Смаринга такая же, наподобие, но может чуть поменьше, на сантиметра два. Вот. А есть вот такая вот ручка. Здесь вот можно установить крепление. Здесь опять крепление ARRI. Установить, чтобы монитор и так далее. Есть холодный башмак, причем даже с фиксацией. Можно фиксировать при помощи уступающего стержня, который убирается вот так вот. Больше никаких креплений нету, за исключением нижнего, который мы будем крепить к клетке. Причем эта ручка может и служить как ручка и боковая при каких-то вариантах. Возможно. Вот такая вот ручка. И давайте ее установим. В том числе давайте установим вот ту ручку, которая у вас сейчас находится по центру. Посмотрим, как она будет сидеть на этой камере. Если что, в последующем приобрести рекомендованную ручку с креплением ARRI, непосредственно Small Rig. Посмотрим, как она сидит и так далее. Может быть, такую ручку приобретать и покупать. Итак, давайте приступать. Сейчас давайте посмотрим, как у нас сядет ручка от клетки для камеры Panasonic GH3-4-5-6. Приступаем. Вот таким образом закрепилась. Единственное, лучше, чтобы было какое-то крепление. Вот здесь вот есть отверстие. Вот вы видите или нет? Чтобы в случае чего... Ну, со временем винт, который здесь накручен, не ослаб и, соответственно, не стал вращаться. Ну, вот можно применять и такую ручку, если вас не устраивает мини-ручка, которая у вас продемонстрирована по центру. Ну, либо приобрести рекомендуемую ручку, которая ставится в замок ARRI, где имеется винт 3/8 дюйма, плюс еще есть штыри, которые устанавливаются в эти отверстия. Так, вот такая вот. Вот видите, она уже разболталась, поэтому тут надо выбирать с осторожностью. Либо установить соответствующий винт внизу для этого предназначенное отверстие. И давайте посмотрим, как сядет ручка Small Rig, небольшая, на данную клетку, предназначенную для камеры Nikon Z30. Приступаем. Тут есть резьба, чтобы завести винты.
и они не выпадают. Только вот в резьбу стремят. То есть есть здесь резьба для того, чтобы сначала нажавить винты. И давайте. Лучше снять ветрозащиту, чтобы в последующем, если что, можно было без проблем снимать, без выдирания меха. Хоть он и здесь и искусственный, но все же. Вот таким образом можно установить. Можно обратный порядок сделать. Наоборот, повернуть. Достаточно все удобно. Лежит нормально. Отверстий хватает для того, чтобы установить вспомогательное оборудование. Вот такая вот ручка. Small Rig. Ну и все здесь то же самое. Small Rig полностью для камеры Nikon Z30. Ну, за исключением только верхней ручки. Для этой клетки предназначена другая ручка. Может быть, вы уже увидели. Я пущу рекомендации производителя в виде картинок по видео. И еще один момент. Не зря я достал ручку для стабилизатора Ronin S того же производителя Small Rig. Давайте посмотрим вариант установки этой ручки на данную клетку. Есть, конечно, отдельная ручка, которая крепится к клетке в эти отверстия, ну, либо соответствующее крепление для ари, ну, типа ари. Так, вот эту мы ручку уже видели у меня на канале, можете посмотреть, мы ее тоже применяли с различными камерами. Ввиду того, что снизу 3/8 нету, если помните, на клетке, то мы выкрутим один винт и второй сразу же подарим. Внизу также есть ключик. Так, и установим мы ее, ввиду того, что здесь есть хват, не сюда, а вот в эту сторону. Для стабилизатора, который мы применили для того, чтобы установить на клетку Small Rig для камеры Nikon Z. Причем ручки их точно такие же. Здесь есть отверстия, они ставятся сюда, и где-то она будет на каком-то вот этом расстоянии. Здесь чуть больше. Почему чуть больше? Ну, во-первых, здесь можно открыть полностью экранчик. А здесь, скорее всего, экранчик тогда будет стоять. Вот здесь, в этом месте, будет закрывать. Вот и ручка нашла свое применение вместе с клеткой. Ручка имеется в виду от стабилизатора для установки вспомогательного оборудования. Подошла к клетке Small Rig. Прекрасно устанавливается. И можно использовать ее вместе для съемочного процесса. И как вариант дополнительную ручку не приобретать. Ну, при условии, если у вас, конечно, эта ручка для стабилизатора есть. Я продемонстрировал вам ручку Mini Small Rig, которая предназначена для различных клеток, для того, чтобы устанавливать и, соответственно, переносить для удобства. Также можно на эту ручку устанавливать вспомогательное оборудование, либо непосредственно в холодный башмак, либо при помощи соответствующего крепления с замком ARRI, которое представляет производитель Small Rig, для того, чтобы устанавливать, например, мониторы, ну и тому подобное. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию об ручке Mini Small Rig предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.